Развернуться. Основные сейчас камеры, давай сюда. Сейчас, а сейчас. Тут федеральные каналы есть какие-нибудь? Да! Говори погромче! Спасибо всем! Спасибо всем! Послушайте, пожалуйста, ребят! Сейчас, минуту! Ну-ка, тихо! Слушаем! Послушайте, пожалуйста. Эрик, подойди сюда. Дай граммофон. Дайте граммофон, пацаны. Короче, послушайте. Дайте граммофон. Послушайте, пожалуйста, ребят. Послушайте. Он не дотянет, бро. Здесь люди живут напротив. И люди живут там. Ребят, дайте пройти сюда человеку. Спасибо всем огромное, кто верил в меня, кто помогал, кто поддерживал. Дайте сюда пройти, вот рупа. Пусть здесь скажет. Пойдем туда, давай. Вот, сюда иди, братан. Пожалуйста. Тихо. Ребят, послушайте, пожалуйста, всем огромное спасибо, что вы приехали, поддержали. Все, кто приехал с регионов, со всей страны, всем огромное спасибо. Я как обещал держаться до последнего, так и держу, так и буду держаться. Значит, послушайте, невероятно устал, невероятный стресс, очень тяжело. К родным мозги пусть соберу, выйду на связь. Каждого из вас целую, обнимаю за то, что вы пришли сюда, поддержали, делали 3 года. Это стоит, это вы знаете, как наши замечательные каналы могут любую хорошую ситуацию перевернуть. Давайте просто покажем уровень. Спокойненько, красиво, сядем машина, поедем домой, напишем в телефоны, что Давидыч свободен, а Давидыч сейчас всегда придет и всем все расскажет. Давайте красиво сделаем, чтобы им прям дернуться не смогли. А я потом красиво все расскажу. Каждого обнял, да, поехал к родным. Телеканалы, вы читайте больше шороху на улице. Эрик, Давидыча, прямо сейчас. Пойдем. Эрик, красавчик. Вот, собственно, Эрик Давидыч. Эрик, как чувствуете себя? Иди сюда. 360 телеканал, иди сюда. Дай. Телеканал 360. Отдельное спасибо за объективное освещение ситуации. Спасибо, Эрик. Спасибо, дорогой. Эрик, ты молодец, Эрик, молодец. Эрик.
Я не вижу машину нашу. О, нормально, БМВ паркует. Стой. Давид, аккуратно, аккуратно. Парни, пропустите нас. Не толкайте нас. Давай, давай, братик! А, хорош! А где ты играл? Че, на горке? Да, сзади! Че, открой его автомобиля! Подожди, занесли его. Телефон, Эрик, отдали? Где Миша? Маш, телефон, Эрик,